Здравствуйте, меня звать Марина Дынин. Я живу в Израиле, город Иерусалим. 2 года назад я участвовала в конкурсе со своей картиной «Стена плача». И как поется в песне «Под небом голубым есть город золотой», песня о величии истории старого города, древней истории еврейского народа, меня вдохновили передать на холсте все мои переживания, тем более, что я, во-первых, профессии пианист, исполнитель и педагог, а по второй художник, желающий объединить красоту мира природы. Для лучшего понимания через культуру, живопись и музыку, ярчащими чувствами и ощущениями, которые даны человеку. И если моя картина «Золотой Иерусалим» была о величии мира и духа людей, месту переплетения религии, то картина, которую я сейчас представляю на конкурс, это величие простого человека, который живет радостью и печалью, заботами и размышлениями о смысле жизни. На моей картине, кажется, вы видите обычное небольшое лесное озеро, но я зову зрителя посмотреть на картину, как на протекающую жизнь. Жизнь, которую каждый видит по-своему. Каждый видит то, в каком состоянии находится его душа. Кому-то кажется, что начинается новый день, новые дела, и все будет прекрасно. Кто-то видит в картине закат, закат мечтам или закат жизни. Кому-то не хватает красок, и все мрачное и безнадежное. Кто-то ждет, что солнце поднимется над лесом, и сразу все в жизни преобразуется и засияет красками. Главное то, что я хочу пробудить в людях чувства, на минуту задуматься и решить, что с ними сейчас и что с ними делать дальше. Большое спасибо, успехов всем участникам конкурса.